документы вы считаете жизненными от Русской Православной Церкви за границей после начала раскола в ее рядах, чтобы, выполнив эти свои же решения, они бы избегли худшего, всего того, что потом и свалилось на нее? Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин. Это, конечно же, послание митрополита Виталия, аннулирующее, цитата, «Октябрьский переворот». Есть на это событие история, как, не вопросив Господа, заключили союз, но потом все же нашли выход из щекотливого вопроса и своего же решения по нему. Прочтите указанное место. Оно как раз по теме. Иисуса Навина, 9 глава, 14 стих. Играет. Пошел на то место. Там была синеглазка. Он за ее прогнал, теперь пошел сам. Архиепископа Тихона, по крайней мере, на сегодняшний день. Русская истинно православная церковь, архиерейский синод. Индекс 544-047. Россия, город Омск, 47, улица 3-я Ремесленная, дом 34, телефон 8-10-7-38-12-24-34-82. Email синод.ipc@katakomb.org. Друг друга снимаем здесь, как вчера с Леной. Кафедральный храм святых царственных мучеников. Начало снимать. Резиденция архиепископа Омского и Сибирского Тихона. РПЦ ЗМП совершенно новый. Во, белый куда забрался? Тот дверь, а на двери мы это положок. И как он попал туда, я не знаю. Ну так. Там вроде негде уже. Потом... Выйти, толстомордый, надо же залез куда. Рыжая, рыжая. Вот. Это рыжая. Это она ходит, видать. Она в туал... Ее надо поймать и туда засадить. Бери, она выше прям никуда не идет и сразу начинает искать. Это она мучает все время. Она мигнула, то он там подниз. Тварь такая. Рыжая. Это она ходит сюда. Вот сейчас мы увидели. Только вышла, начала сразу искать. Рыжая. Отнести ее туда. И все. Ничего с ней больше не сделать. Куда отнести? А? Куда отнести? Ну куда? Под пол туда. Там-то она пусть ходит. А тут как ее одну держать? Сейчас. А оттуда принести буску сюда и все. Поменять надо. Буска-то та не ходит на двор. Она вышла он куда? То ли боится в подпол идти. Он как морду сам чистит, морду языком. Это белый наш. Ну-ка, не трогай, будет он сейчас лизать, нет? Ушел. Ну все, ушел. Хай, какой красавец. Копали у меня, балы сотрется, как бы она не замуж собралась. Вот у нас тут белый, он сидит. У нас два кота, рыжий и белый. Вот белый боится рыжего. Рыжего я уже давно, наверное, минут 20 уже выпустил за дверь туда в стенки, чтобы он там проветрился.
А белый сходил в туалет, видимо, и вот боится даже выйти оттуда. Чтоб, как говорится, не встретиться с рыжим. Не получить от него по морде кошачьей. Вот у нас тут синеглазка наша, голубоглазка, да, коточка. Холодная коточка. Ласковая, ласковая. Сегодня она у нас с чердака спрыгнула каким-то образом. Ходил там, дыры забивал все под крышей. Где она там пролезла, так и не понял до конца. Худенькая. Пролазит во многих местах. Вон он выходит. Ага. Вон он выходит. О, вылез. А что он там сидел? Ты испугался красного? А? Ну-ка. Иди сюда. Иди скорее. Белый. Белый, белый, вот. Белый. Это его рыжий напугал так. Это он зря. Рыжего я первого сплавлю, когда потребуется, кому-то отдам. А этот больной был глазами. Вылазь оттуда. Пошли. Выходи. Выходи маленький. Вот так. Вон он пошел. Поесть надо. Даже есть не может. Настолько страх. Он его убил или нет? Нет. Просто он так боится его. Ну, конечно. Белый-белый. Что у тебя? Разве это жизнь в страхе? Ну ладно. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя. Сфотографировать ее, как она бегает по ле. Вот она где у нас. И гоняюсь за ней, чтобы снять. Это она, видно, подполом была с рыжим, познакомилась там и погулялась. Вот она в чем дело-то, она мергает, сидит, мякает. И вот на полу винтом идет. Интересное явление, как вот все устроено. И эти движения нужны, видимо. Сколько время тратит на зализывание, на все. Крутится, вертится, что-то у нее там внутри проходит. Вот она все проверяет. Лапу кверху подняла. Вон она как. Вот кто-то живущий так ее поднять лапу несгибаемую. Ну, вот она что делает, а? Туалет наводит. Штанишки стирает свои. Вот такие скачки делают.
Там голуби у меня, овчашки, это воробьи. Белый, ты что там делаешь, а? Какой ты здоровый все же. Кошка везде лазит. А почему? Потому что мыши везде лазят. И он не сидит на месте. Поспал и пошел опять искать. Белый сын Пали. Кого он такой здоровый? В отца? Отца-то не знаем кто. Где мои кошки-то остальные? Кого не видать больше? Их не видать нигде. Дрова Володя приносит. Я встаю рано, затопляем. И печка, вся плита железными листами заделана, потому что одна же кошка прыгнула и ноги обожгла. Ну, как-то обошлось. Вот так. Ну, Володя пришел, за кошками пошел. О, пошел. Смотрим теперь, как он. Сейчас мы посмотрим, как он их принесет. О, рыжий пошел. Но вот так, вот он как, на дыбке встает. Володя, вон он полез. Полез за другой. Синеглазая, мы синие зовем ее. Голубые, голубые глаза. Это Пали, это белый. А это рыжий. Вот так вот ногами. Восстает. О. Что там, а? С мышами-то набегался? Ну-ка. Давай, давай. Разбойник. Вон он, Володя, несет ее. Все. Сейчас он ее сюда занесет. Голубоглазую. Глаза. Эх, ты бросил ее. Вот она где. Друг друга знают.